с вами Юля, вы на канале Двоичный код, и в этом обзоре я расскажу о таком проекте, как Jailbrain. Социальные сети вошли в нашу жизнь очень стремительно. Также количество социальных сетей возросло, и они появляются со своими уникальными особенностями. Согласитесь, что сейчас мы не можем представить свою жизнь без социальных сетей. Мы постоянно общаемся друг с другом, отправляем сообщения, документы, аудиофайлы, смотрим фотографии, комментируем их и так далее. Но мало кто знает, что у социальных сетей есть и свои нюансы. Каждый, наверное, из вас слышал, что известны социальные сети, собирают о нас информацию и в том числе персональные данные, и отправляют их различным рекламным компаниям. А те уже, в свою очередь, начинают свою работу и запускают маркетинговую и рекламную программу. И это не совсем хорошо. Это нам говорит, что наши пользовательские данные уязвимы и не имеет никакой конфиденциальности. И еще хотела бы заметить, что соцсети отправляют наши данные без нашего согласия. Но не нужно сразу же расстраиваться, есть решение. И нам его предоставляет команда проекта Jailbrain. Jailbrain – это инновационная интернет-площадка для управления социальными сетями и маркетинга нового поколения. Главной целью компании является решение всех проблем, которые связаны с социальными сетями. Данная платформа применяет новейшие технологии, которые обеспечивают абсолютную конфиденциальность и контроль пользовательских данных, а также обеспечивают высокой надежностью и прозрачностью. Благодаря своим новейшим технологиям разработчики Jailbrain разработали универсальные базы данных и будут использовать специальное шифрование и также всем известную технологию блокчейн. Давайте же рассмотрим особенности этого проекта. Во-первых, управление контентом и онлайн-сообществом. Вы можете с Jailbrain легко создавать и управлять онлайн-сообществом, также публиковать контент, читать и делиться им, отправлять опросы и так далее. Контент может быть на любом языке, который вам по душе. Во-вторых, здесь есть интернет-центр товаров, услуг, рабочих мест и недвижимости. Вы можете создавать профиль, заполнить данные и предлагать свои товары и услуги. Благодаря уникальной технологии Jailbrain вы можете найти клиентов по географическому положению, что намного облегчает процесс. В-третьих, коммуникационная часть Jailbrain. Вы можете общаться с друзьями, родными, а также знакомиться с другими пользователями. И помимо этого можете публиковать фотографии, видео, контент и делиться ими, и вас не будет доставлять никакая реклама. При этом вы можете не переживать за конфиденциальность. Давайте поговорим о токене этого проекта. Внутренним токеном платформы Jailbrain является токен одноименный и его тикер GLB. С помощью него вы получаете доступ к бизнес-сервисам со скидкой платформы Jailbrain. Общее количество токенов составляет 300 миллионов. Цена за одну монету составляет 0,1 евро. На перепродажу выделено 37 миллионов 200 тысяч токенов Jailbrain. На IEO выделено 82 миллиона 800 тысяч токенов Jailbrain. Давайте же рассмотрим, как будут эти токены распределены. 27% это денежный резерв, 12,4% это пресейл и ОТС продажа, 27,6% IEO, 5% баунти компания, 15% для основателей и 13% для консультантов и партнеров. На мой взгляд, Jailbrain выглядит многообещающим, так как он решает глобальные проблемы, связанные с социальными сетями. Я думаю, что если команда продолжит в таком же духе и с таким же темпом, то проект обречен на успех. А на этом мой обзор заканчивается. Спасибо, что посмотрели это видео. Оставляйте комментарии, ставьте лайки под видео, подписывайтесь на мой канал. Основную информацию о этом проекте вы можете найти в технической документации и на сайте этого проекта. Ссылки на них я оставлю в описании. Всем до новых встреч. Пока-пока.